На детской площадке во дворе многоквартирного дома номер 7 на проспекте Мира рабочие завершают установку камеры видеонаблюдения. Таких объектов в системе «Безопасный регион» в Химках более 5000, на детских площадках около 150. Главная цель – обеспечение безопасности, особенно в местах массового скопления людей и там, где гуляют дети. Для родителей это большой плюс – дополнительный контроль за детьми вблизи игровых комплексов и горок. Данная камера установлена в целях обеспечения безопасности жителей нашего городского округа, а также контроля оперативной обстановки на территории нашего города. Камеру на детской площадке установили по просьбе жителей. Эта локация пользуется большим спросом у родителей с малышами, поэтому для них очень важно оградить детские горки, уютные лавочки от вандалов и шумных компаний. Потому что ночью хулиганят, пьют, с музыкой сидят, играют, в общем, занимаются непотребными вещами. Поэтому такая камера просто необходима не только на детских площадках, но и на подъездах, и на других вот столбах. У подъездов многоквартирных домов в Химках установлено более 2500 камер. 400 на социально значимых объектах. 250 контролируют въезды и выезды из округа. Еще 300 камер установили в новых жилых комплексах. По распоряжению главы сейчас в Химках планируется провести работу по оснащению камерами видеонаблюдения. Система объединяет тысячи камер, размещенных в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках. Информацию с записывающих устройств используют для обеспечения общественной безопасности. Видеозаписи с камер хранятся 30 дней. На сегодняшний день в Химках установлено 5300 устройств. Благодаря этому сотрудники полиции в любой момент смогут отследить нарушителя, а специалисты из Химспаса в режиме онлайн могут следить за безопасностью. Андрей Липанов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.